Итак, добрый день, друзья. Сегодня продолжим с вами видеообзоры, как зарегистрировать доменное имя на сайте 2domains.ru. Начнем. Вот этот сайт, где очень дешевые доменные имена в точке rf.ru. Начнем. Входим в панель управления. Вы можете зарегистрировать, ссылка будет под видео. Будем, значит, с вами регистрировать доменное имя при усадебном хозяйстве. Так как сегодня число уже у нас 7 февраля, скоро весна, значит, будем продвигать очень много статей. Я вам потом покажу, солью очень интересную тему, где брать статьи, как и они будут все уникальны, и как будем продвигать с вами сайт. А доменное имя мы с вами будем регистрировать. Доменное имя с вами будем регистрировать приусадебное хозяйство.рф. Начнем проверять. Тире. Так как нельзя, чтобы были слова в доменном имени отдельно, через тире будем писать приусадебное хозяйство. Хозяйство. Все, приусадебное хозяйство. Так, ру убираем мы и оставляем .rf. Проверить. Свободно. Приусадебное хозяйство. .rf. 99 рублей. Так, давайте пополним баланс. Пополнить баланс. 99 рублей. Так, далее. Перейти к выбору оплаты. Так, давайте электронная валюта Яндекс.Деньги. Онлайн методы. Оплатить и пополнить. Так, заплатить. Заплатили, вернемся в магазин. Вернулись. Одно доменное имя. Так, все, мы пополнили, значит. Продолжит работу системы. И, значит, корзина. В корзине у нас одно доменное имя. Так. Продолжить. Проверить. Зарегистрировать. Вот. Насчет НС. Сейчас мы с вами будем прописывать НС. Я буду, значит, НС прописывать от файлового менеджера Джина. Так как я пользуюсь сайтами этого провайдера, здесь я буду, как бы, перетащу сюда доменное имя. Это делается очень легко. Вот наши доменные имена все. Вот, допустим, давайте, значит, управление доменными именами. Заходим. И вот, чтобы знать, какие нам надо прописать DNS, мы просто в DNS заходим, и у нас DNS, вот они. Копируем. И прописываем сюда. Прописали. Прописали. Только здесь прописываем не один, а два. Прописали. Здесь три. И здесь четыре. Четыре. Так, НС прописали.
Так, создать, продолжить. Идет регистрация доменного имени. Подождем. Домен помещен в очередь на регистрацию. Продолжить. Все готово. Вот, пожалуйста. 7 числа мы зарегистрировали с вами правосудебное хозяйство .рф. Что мы теперь делаем? Теперь мы переходим, чьи ИНС прописали здесь. Сейчас нам надо, значит, добавить доменное имя. Так, управление доменными именами. Добавить домен. И пишем домен, значит, приусадебное хозяйство, тире хозяйство, .рф, приусадебное хозяйство, хвостик, добавить. Вот он у нас добавлен. Так, НС мы уже прописали его, и давайте проверим. Ну, у нас еще не должен работать, но через несколько часов он начнет работу, этот сайт. Вот. Пока у нас не пропишутся НС. Какой сайт мы сюда будем заливать? А сайт мы будем заливать очень, ну, уже готовый сайт. Давайте перейдем в магазин. Вот магазин готовых сайтов и скриптов находится по адресу вот opensorius.ru. Здесь сайты стоят 6 рублей. Давайте один купим. Вот сайт для садоводов, больше 700 новостей. Так, пишем один и нажимаем корзиночку купить. Угу. Прописываем сюда, нам надо прописать почтовый адрес. Сейчас перейдем почтовый адрес. Так, сейчас отсюда выйдем и выйти и пропишем другой почтовый адрес. Сейчас, секундочку, вот этот зайдем, входим. Копирую почтовый адрес свой. Копировать. И вставляем сюда. Значит, на этот адрес придет ссылка на скачивание. Купить. Так, вот у нас тут все автоматически. Так, получить код. Сейчас придет смс-сообщение, и мы с вами укажем код. Подождем. Готово. СМС-сообщение пришло. Так, код. Код у нас 585-63. Платеж подтверждаю. Все. Вернуться к продавцу. Возвращаемся. Все, приобрели. Сейчас нам надо дождаться письмо. Так, это все удалим. Все ненужные письма. Так, давайте посмотрим в спаме. Может и в спам прийти. Так, ну-ка. Ничего не пришло. Спаме нету. Так, давайте все письма удалим со спама. Вот у нас в спаме уже ничего нет. Хорошо. Сайт стоит всего 6 рублей.
6 рублей в наше время – это не деньги. Так, продолжим. Так, 159 писем входящие. Сейчас, через минуту буквально придет ссылка на скачивание, и мы с вами скачаем готовый сайт и установим его. Так, здесь переходим на главную. В этом магазине есть любые сайты, какой вам надо, и все это стоит, вот видите, уже было 8, стало 7. 6 рублей все стоит. Одностраничные лендинги тоже по 6 рублей. Все по 6 рублей. Кроме скрипт магазина Open Source, ну вот точно такой же скрипт стоит 66 рублей. Установка у него очень простая. Так, вот пришло письмо. Письма пришли. Так, первое письмо пришло. Спасибо за покупку. Сайт для садовода, больше 700 новостей. Ваш товар. Так, давайте получим. Значит, копируем. Копировать. Ну и тут же вставим ее. Вставляем и переходим. В следующем видеообзоре мы будем устанавливать с вами вот этот сайт. Весит он 182 мегабайта, конечно, тяжеленький, так как много новостей. Я вам покажу, как его установить. На этом я заканчиваю свой видеообзор. Всего вам хорошего. До свидания.